Всем привет! Я Меделянова Татьяна, и мы снова у меня в мастерской. Чем мы будем сегодня заниматься? Вот этот красавчик стоит здесь не зря. Металлический стул. Ценность его в том, что он все еще крутится, хотя намного старше меня. Мы сегодня будем заниматься обработкой металлических частей стула и обработкой фанерной поверхности. Фанера у нас сидушка, металл у нас ножки. Сложность в форме. Как видите, здесь все скругленное. Это очень неудобно. Кроме того, много деталей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заморочливо, но несложно. Время потребуется. Что мы будем делать с сидушкой? Мы ее полностью счистим, посмотрим, в каком состоянии находится фанера. И если все будет хорошо, не потребуется никакой дополнительной обработки поверхности, тогда мы вскроем ее лаком и нанесем трансфер. Таким мы с вами еще не занимались. Начинаем. Я подготовила материалы для обработки поверхности. Главная задача здесь снять старую краску, затем обезжирить поверхность. Конечно, хорошо было бы еще и зашлифовать эту поверхность, но я этого делать не буду, потому что это достаточно сложно, достаточно хлопотно, если вы будете это делать дома. Опять-таки, это металлическая пыль. От нее никуда не денешься, она все равно будет разлетаться. Это достаточно вредно. Да, поверхность будет более гладкая, но нужно ли это такими усилиями? Поэтому для себя я решила, что этот этап я пропущу. Чем можно снимать краску с металлической поверхности? Во-первых, это растворитель. Им очень легко пользоваться, но надо соблюдать правила безопасности. Перчатки плюс глаза. Насколько опасна ситуация в случае попадания растворителя в глаза? Катастрофически опасно, вплоть даже до потери зрения. Если мы этим пользоваться не будем, то я могу воспользоваться, опять-таки, классическим средством, нашим феном, нашим шпателем и стамеской. Сейчас сравним, насколько легко смывается поверхность растворителем и насколько не так сильно легко. Она очищается от краски с помощью механических средств. Вот мы очистили поверхность от краски, и теперь хорошенечко взбалтываем аэрозоль. У меня аэрозоль, грунт и краска в одном флаконе. Что я еще сделала? Еще я положила картонку, чтобы прикрыть стол. Еще я открыла окна и двери для того, чтобы создать какую-то вентиляцию в помещении, потому что это все достаточно вредные вещества, неприятные по запаху. Лучше ими дышать как можно меньше. В идеале подобное проводить на улице. Сейчас я хочу покрыть краской сидушку, но для этого мне надо срезать ткань, потому что мешает. Пока я просто срежу, счищать не буду. Всю зачистку мы сделаем уже после того, как покроем полностью краской металлическую часть. Так, все-таки я отделила все части стула. Теперь я их откладываю, потому что закончу с окрашиванием. На ножку мы нанесем второй слой, два слоя с головой, а вот на спинку только первый. Ну что ж, пока краска наша сохнет, мы займемся сидушкой и спинкой. Здесь какие я вижу дефекты? Дефекты я вижу, некоторые со скола, остатки клея, плюс еще ужасный момент. Поролон настолько старый и настолько уже использованный, что он превратился в липкую гадость. Мы сейчас это все снимем.
очищение сидушки от поролона заняло приличное количество времени. Это не был особенно простой процесс. Все это счищалось за несколько раз и даже воспользовались растворителем. Мед, кстати, лайфхак. Растворитель хорошо помог убрать клей от поролона с фанеры. Что я вижу? Все-таки не получится покрыть просто лаком, потому что достаточно много дефектов и неоднородный цвет. Поэтому я сейчас доготовлю поверхность легкой шлифовкой, а затем нанесу черную краску с баллончиком. Как оказалось, мой баллончик рассчитан не только на металл, но еще и на дерево. Очень полезно в этой ситуации. Так, я использую шлифовку 80-ю. Она такую поверхность и сделает ровной под покраску и снимет дефекты. Так, начинаем. Теперь я буду покрывать нашей краской грунтом аэрозольным сидушку. Это очень быстро, очень удобно, очень тонкий слой, никаких мазков не остается. Самый ровный вариант покрытия, который вы можете сделать в домашних условиях, это всегда аэрозоль. Краска наша высохла, теперь мы можем заниматься исключительно декорированием. Я хочу показать вам ленивый вариант нанесения рисунка. Для этого я буду использовать трансфер. Вот такая картинка. Сейчас я вам практично это покажу. Так. Вот такими движениями, как увидеть, что рисунок переведен. Он начинает сереть. Это значит, что он отстал от клеенки, на которой находится. Лучше всего делать это на ровной поверхности. Но у нас поверхность не совсем ровная, поэтому немножко больше потратим времени и более тщательно это будем делать. Вот такой рисунок у нас получился. На мой взгляд, череп очень хорошо подходит черному дефектному дереву. И что теперь? Теперь для закрепления результата покроем все лаком. Это будет наше финишное покрытие. И соберем наш стульчик. Будем любоваться. После покрытия лаком моя сидушка напоминает старое черное дерево. Очень нравится, прям честно, хотя мне редко нравятся мои работы. Теперь финал. Самая сложная часть – собрать и не оставить лишних деталей. Визуально я это уже почти вижу. Очень красиво будет. Та-дам! Вот мой красавчик готов. Я очень довольна результатом. С вами была Меделянова Татьяна, и до скорых встреч!